Соловьев пробил с воротом. Не успевает замкнуть. Разошлись. Через прожекторы. Молчи. Нашел одного защитника. Берется штрафной против него. Еще один. Удар. Хороший удар. Отпитает мяч от ворот. Богданов может добивать. Вот два защитника. Не только образ выражения. Штрафную доставляет мяч, а Верщика бьет! Сейчас ждет, пока Волков подтянется. Да и Волков не торопится. Вот предложил Волков сыграть с ним стеночку. И хорошо пройдет на дальнюю штангу. Четвертый номер собирается отыграть головой, прикрывать воротом. Это Николай Васильевич, что ему не удается. Я честно.